А Донбасс, конечно, до Юра является частью Украины, он туда вернется, но в целом я хочу объяснить свою позицию. Я считаю, что наша страна, к несчастью, находится в состоянии глубочайшего кризиса. И экологического 2 миллиона километров таги уже сгорело. И э, демографического у нас убывает население. И экономически у нас 5 лет снижается жизненный уровень. Причем за это уже отвечает президент. Бывают экономические кризисы полгода, год. Но когда 5 лет и нет выхода, значит он не может ничего сделать. Он не может вывести страну. И при этом наша страна ведет войну в Украине украина добивается демократических прав правовых норм украине прошли свободные выборы украина является частью европы свободный вест выезд и я сразу хочу сказать что я считаю войну с украиной преступлением тот кто развязал эту войну является преступником и я готов вести дискуссию только в случае если мой оппонент признает свою вину и ответственность если он не участвует не признает это я покидаю студию Угу. Ну, насколько Слава я понимаю, Украине. Игорь Иванович, это, А, то есть все, да? Спасибо за а, то, что дали коротко, мне возможность ёмко, в течение ну, часа рассказывать о Игорь ситуации. Иванович, вот это я понимаю, радиорубка. Вот это начало и вот это финал. Спасибо большое Игорю Борису Чубайсу за, за, то, то, что что убежал. Его, за то, что его присутствие в нашей студии было коротким, емким, а самое главное, эффектным. Пожалуйста.